Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Ристан, а это значит, что пришла пора сыграть игру под названием. Ну, видите, собственно, название игры. Хотелось бы вспомнить былые времена, когда я очень неплохо доходил все 6 этапов, которые казались не самыми-то и тяжелыми, но вроде бы и тяжелыми. Значит, что пришла пора вспомнить еще раз, как это все выглядит со стороны. Так. Стоп. Не то. Не здесь. Во. Самый сок. Так, ну я думаю, что YouTube, естественно, на меня будет обижаться, если я использую музыку в качестве. Вот. Вот так вот. Вот это было минимум, а здесь вот оно что. Но я очень надеюсь, что YouTube на меня не обидится, потому что YouTube, извините меня, работает через пень-колоду, и поэтому, к сожалению, не дает никакого доступа накладывать новые видео на канал. Поэтому для того, чтобы это все сделать, придется, скорее всего, уже заливать видео непосредственно на Рутуб-канал. Ссылка на мой Рутуб-канал будет в описании, разумеется. Буду ли я над ним работать, покажет время, но пока YouTube у меня работает, естественно, я буду на YouTube оставаться. А уж тем более, YouTube должен остаться у нас в нашей стране, где я проживаю сейчас. Так что посмотрим по ситуации, как это все будет выглядеть действительно со стороны. Апа. Ну ладно, ну на самом деле, начальные такие этапы, они не такие уж прямо тяжелые. Потому что, в принципе, пройти их реально. Вот, так что мы через это все проходили. Так что руки у нас не потеют. Ничему мы удивляться не собираемся, а уж тем более. Чуть было не нажал здесь. Вернее, на предыдущем месте. Чуть было не удержал кнопку подольше. Я хотел сказать, что, естественно, мы сейчас будем перепроходить все уровни, потому что давно что-то я не играл в Geometry Dash, потому что YouTube вот такой вот у нас вот не работающий, к сожалению. С чем это связано, давно непонятно. Ай-яй-яй. Опять же, вот это опоздание на несколько секунд, при этом еще в тайминг дикий нужно ложиться. Да, мы это все знаем, Вот это вот самые, что ни на есть, хорошие такие издержки игры. Очень надеюсь, что здесь пройдется легко. Да уж, пройдется легко уже, наверное, 6-й попытки. Но, как говорится, лучше уж показать действительно так, как есть, а не так, не такую идеальную картинку, как это многие делают, для того, чтобы заработать много просмотров на YouTube. А вот здесь я просто покажу, как есть. Вот как я играю, как вот эти уровни проходятся, через какую пот, кровь, вообще фиг пойми что мы проходим. Да, дорогие друзья, вот именно такая позиция у меня должна быть. Даже если что-то не получается, вот ведем себя как настоящие люди, которые действительно... Ага. Ой, слава богу, так. Все, level complete.
Правда, где была вторая медалька, я сам решительно не знаю. Но это будет уже на второй... Это уже будет на совести, говоря автора. Здесь я собрал все монетки. Кстати говоря, напишите в комментариях, где здесь находится третья. Такая секретная монетка. А пока... как говорится, back on track. Да, через это я тоже, кстати, проходил. Да, с первого раза, дорогие друзья. Мне кажется, вот это вот с первой попытки. Обалдеть. 93 прыжка и 1 минута 25 секунд. Но очень неплохо, кстати говоря. Вот здесь, посмотрите, в отличие от первого самого испытания, которое, казалось бы, должно быть очень легким, прошлось почему-то не с первого раза, а здесь с первого. Потому что трасса-то на самом деле полегче будет. Полтергейст, который я обычно называю, на самом деле это полтергейст. Да, вот эта вот музыка чарующая такая, прямо отвлекающая и насыщенная зеленым кислотным цветом, который, как говорится, меняется у нас на несколько иные цвета, тоже заставляет несколько, заставляет твой разум кипеть и, разумеется, Да, глупейшая просто ошибка. Как я так мог просто залопнуться? Ну ё-моё, а! И так я хорошо прошел, а! Первую часть участка я просто офигительно прошел, а! Ну как так-то, а? Блин! Опять не удержал, но вот... Да, я прям до сих пор помню вот эти вот ловушки, которые здесь вот этой игре и на этих испытаниях заложены. Прям до сих пор это помню, и вот у меня такие вот воспоминания не самые, что ни на есть лучшие. Я помню, по несколько раз попыток проходил эти испытания, сейчас вроде бы вот все казалось бы, вот это вот сложное, проходится обычно на раз-два. Но здесь так не подойдет. Так дело не пойдет у нас. Игра мне будет говорить: ах так?
Ах так ты, дорогой мой, да? И вот так ты решил себе жизнь медом намазать, мы тебе подадим хорошего чеснока. Твою жизнь! Естественно, именно в этом месте был чеснок, а не мой любимый мед. Нафига ты так надо мной играешь, издеваешься? Объясни мне, пожалуйста. Да, это была минутка только что моих страданий, которые, в общем-то, кроме как моим кривлянием и демонстрацией эмоций, в общем-то, не закончилось. Спокойно, 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 спокойно. Раз, два, три. Тихо, спокойно. Раз, два, три, раз, два, три. Ну как так-то, а? Как же я хорошо отошел, а? Руки-то помнят ловушки. Руки-то помнят ловушки, дорогие друзья, да? Естественно, куда же нам еще податься, кроме как в уже светлое зелено-кислотный тон, в котором утопают шипы. Замечательно, просто. Просто обалдительно. Ой, хорошо, так как, ой, красота. Та Ну да, вот единственный минус от этого испытания уже начинает глаза сильно замыливаться. И вот вся эта картинка, которая у тебя была такая хорошая, да, уже сейчас таковой особо не кажется. Тихо, спокойно, Только что слышали сейчас просто небольшой писк моих эмоций, которые, в общем-то, сопровождаются исключительным разочарованием. И, конечно же, почему бы нам несколько раз через это пространство не пройти? Все. Да, дорогие друзья, вспоминаю уже подобные ощущения, когда просто пот на пальцах, да и сам пот, который на экране-то, в общем-то, остается. Я это вспоминаю просто. И чтоб вы понимали. Как так? Это очень просто. Игра мне не даст так просто легко. Это только первые три испытания кажутся легкой прогулкой по сравнению со всеми остальными 20, если я не ошибаюсь, да, или 17. Потому что все основные испытания, которые, в общем-то, у нас содержат пункты сложности, да, ну и, конечно же, эмодзи, которые, в общем-то, эту самую сложность демонстрируют. Здесь пока еще цветочки, ребят. Здесь пока еще цветочки, так что это пока еще нормуль для аргуль, как говорится. Раз, два, красота. Сбился с ритма. Да, уж вспоминаю эти былые ощущения, когда я снимал этот самый Geometry Dash, и вы даже не представляете, каково мне было просто. Вот такой трагедии. Просто казалось бы пройти первые три испытания, а нет, не все так просто.
В общем-то, Полтергейст дает о себе знать. Хорошо, что не Полтергейст. Спасибо. Опять мои хорошие шуточки вылезают из моего говорительного устройства. Спасибо. Так. Опа, залетели. Хорошо. Чики-брики в дамке. Замечательно. Тихо. Фу, это называется «До свидания, мои руки», я уже пошел гулять куда подальше. Да, вот это поднило. Вот я до сих пор эти ощущения помню, что вы понимали, это вот происходит со мной постоянно, когда я вот в эту игру играю, и у меня руки просто потеют, что ни с того ни с сего. Хорошо, поехали, dry out, как говорится. То есть, поту прочь, как говорится. Ну хорошо, раз жидкости моей прочь отсюда, почему бы, собственно, и не... попробовать ее вывести совместно с моей вот этой волнительностью, которая сейчас, конечно же, превалирует над всей этой ситуацией полной каши безобразия, конечно же. Так. Хорошо. Ой, опоздал. Я хотел попробовать вспомнить вот эти вот классные ловушки, которые, в общем-то, на них попадаешь, и ты получаешь за это монетку. Но мы это как-нибудь на досуге попробуем, но не в этом раз, потому что мы вспоминаем трассы, которые я успешно прошел. А это, конечно же, 6 трасс. По большому счету, ну это ладно, это мой косяк был только что. Если что, вы этого не видели. Если что, ты этого, друг, не видел. Запомни раз и навсегда. То, что я это делаю, это ты не должен повторять. И это тоже косяк, мы забываем. Все. Это была просто прогулка. И это тоже была просто маленькая прогулочка. Это то же самое, да. Это просто кубик у меня сегодня несколько ведет себя нетрезвым образом. Вот нажимаю его, не понимаю, что с ним происходит. Какой-то он зеленый стал. Обычно он у меня хороший такой, нормальный, не пьяный. А что-то себя немножко так пьяникся ведет, да? Да, вот, а то, что он вот так вот ошибик своей квадратной башкой, вернее, квадратной стороной ударился, это уже, извините, это не я. Это был не я, ребята. Это просто кто-то другой просто подошел. А, смотрите-ка, я уфо свое смог разблокировать. Вот не знаю, что это значит. Мне кажется, это уже потом на будущих испытаниях. Посмотрим, конечно, что оно из себя будет представлять. Ай-яй-яй. Ну да, здесь видно, что оно посложнее, но оно, по крайней мере, не такое прям уж сложное. Единственная сложность, которая будет нас поджидать, это то, что наш кубик просто перевернет. Перевернет с помощью телепортации. Вот. Хороший слово, охренительное слово. Нифига себе. Тут я умный, о. Вот она моя любимая, кстати, транспортация. Ай! Вот это тоже хороший, кстати, момент, который просто, говоря, меня дико бесил. Я не специально, не машинально движением своих кривых жирных пальцев заставляю кубик постоянно ошибик, либо какой-то предмет еще не самый дурственный важности это все делать. Да. Что со мной не так происходит? А? Что за ерунда?
утопель! Что это такое? Что за кони? Не попались! Привет, левая! А между тем, я уже прохожу это испытание здесь. Все. Вот единственное, да, опять же, вот непонятен момент, как эту монетку поймать, которая была второй, в общем-то, в нашей серединочке замечательной. Непонятно. Здесь тоже самое непонятно. В can't let go вообще непонятно. Best after base. Окей. Что называется, основа за основой. Или основа за основу. Ну хорошо, основа за основу, давай. Покажи нам свою основу за основу, давай, будет очень интересно про это все посмотреть. Так, окей, хорошо. Ну, кстати, по крайней мере, плавность здесь уже и содержится. И это в отличие от того же полтергейста, либо полтергейста, называйте это как хотите, намного приятнее смотрится. Однако, отнюдь не может быть неинтересно. Вот так вот, скажем. О! Кстати, вот это мой любимый стейдж, который начинается здесь. Потому что вообще, на самом деле, полно таких будет сейчас ловушек. Ну, они не такие прям уж тяжелые, потому что... Кстати, это тоже не очень сложно. Помнится мне, что я вот над этим испытанием очень долго корпел, прежде чем что-то сделать. А здесь, кстати, очень легко прошел. Да, то есть, вот, опять же, моменты, связанные с тем, то, что я не до конца это все докручиваю, либо еще чего-то. То есть, и по сравнению вот с тем же, опять же, вот этот вот полургейс, там, здесь не такой сильный напряг по зрению. Здесь все плавненько, чётенько, здесь все прям красивенько. Окей. Да, эту ловушечку мы с вами помним. Единственный момент, я не помню, где эта монеточка у нас содержалась. В каком у нас месте, в каком жале пчелы, это можно найти спокойно, при этом не ужалившись. Та-да-да-да. Да, наверное, это было, скорее всего, в одном из участков черной дыры, если это можно, конечно, так назвать. Потому что есть подозрение, что... Ай! Вот опять же, вот здесь... Вот вначале все так хорошо, все так плавненько, все так чётенько, но нет. Опять начинается та же лажа, которая, в общем-то, очень сильно замыливает глаза. И по большому счету это очень сильно плохо влияет на зрение. Чтобы вы понимали, да, чтобы вы понимали, что так, как я делаю, так нельзя. Да. Что, в общем-то, это по большому счету уровень-то и не делает хорошим, потому что у многих людей зрение-то разное, а между тем я снова падаю в какую-то пропасть, состоящую из миллиарда таких же шипов, братьев, как и они сами.
Уже шестая попытка, но не такая критичная, потому что все-таки игра проходимая, уровень проходимый, и вполне это можно тоже пройти. А между тем, я хочу сказать то, что вот самыми лучшими я, наверное, посчитаю уровни, которые... Вот самая начальная база, то есть спокойные, нормальные, плавные тона. Здесь тоже поначалу все спокойно, все так легко. Но из-за того, что очень сильно мылится картинка в глазах, начинаются сложности в прохождении. Именно поэтому, когда вы начинаете проходить данную игру и конкретные вот такие вот уровни по типу Breath of the Base, Can't Let Go, Jumper, либо еще какие-то, здесь, наверное, очень важно натренировать глаза, потому что если у вас глаза не подготовлены к подобной дичи, то извините. Как говорится, ждите крови из глаз. Шутка. Но на самом деле, действительно, сильно заигрываться тоже в данное развлечение нельзя, потому что быстрая смена кадров, она очень сильно ухудшает зрение. Во всяком случае, здесь большой шанс посадить зрение. Ну и, конечно же, это может привести к сильной усталости глаз. По большому счету, здесь и сейчас это очень может быть... Да, вот здесь вот этот момент тоже меня немножко изрядно бесит. Бесит в каком плане? Потому что уже начинается отражение того самого кубика. То есть здесь отражение, оно такое, скажем... Оно минимальное, то есть на какие-то миллиписечные секунды оно появляется и все. А там как будто с эффектом какого-то замедления действует. С эффектом какого-то таймлапса, либо еще чего-то. То есть все-таки здесь, в этом участке, да и вообще вот где вот этот вот черный цвет, вот он сейчас будет. То есть, согласитесь, из какого-то прям эффекта замедления, либо... расслоение нашего собрата, нашего кубика на отдельные сегменты, на отдельные кубики, оно не такое прям уж дико прямо режущее, либо еще чего-то. То есть здесь все-таки, можно сказать, соблюли традицию. Сохранение зрения, назовем это так, да, но при этом долго в эту игру и упорно я вам тоже не рекомендую играть, потому что вы с этой игрой очень сильно получите раздражение глаз, потому что слишком вырубиглазные тона бывают на некоторых уровнях, что это вообще пипец. То есть из-за того, что вот вы сильно на вот на эти уровни насмотрелись, есть большая вероятность того, то, что вы можете очень сильно это зрение-то и посадить. И по крайней мере на этом участке, да и вообще на участках этой самой игры, вы можете это спокойно сделать легко и просто. Да, между тем... Вот да, вот эти вот... Ай, блин. Ай. Между тем послушаем музычку, которая здесь играет на фоне. А YouTube, как говорится, засранец полный, он эту всю музычку банит. По большому счету, мне это не особо-то и сильно-то мешает, потому что, как говорится, в России у нас монетизации на YouTube нет, поэтому этот ролик, к сожалению, у нас не окупится ни в коем случае. Так что... Даже если у меня будет 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра всех роликов, которые будут на YouTube, это уже никак не окупится ни разу. Что, по большому счету, я по поводу сильно такого прямо... сильного ощущения того, что меня ущемляет в том, что у меня на контенте, в контенте используется музыка игры. Отсюда, скажем так, YouTube это все видит, он причисляет меня, приписывает то, что вот авторское право и тому подобное. Я этого особо сильно не испытываю, потому что, ну, вам же хочется услышать, как оно есть. И вам же хочется увидеть, как я падаю. Замечательно.
А меж тем идет 30-я минута, а меж тем 5-й уровень так и не пройден. Что, по мне, выглядит очень и очень странно. Вот да, вот начинается. Вот начинается, собственно говоря, то, о чем я и говорил. Вот, глаза сильно устали. Небольшую передышечку им сделаем. Кстати говоря, я не увидел то, что можно установить в саундтреке. Обалдеть. Не встать. Вот этого я вообще, кстати говоря, не знал. Это очень прикольно. Ну ладно. Меж тем мы все это обнулили. И пытаемся перепройти уровень. Я очень надеюсь, то, что никаких передряг сильных у нас не будет. Ну, по крайней мере, знаете, не так стыдно. Потому что я ожидал худшего. После долгого неиграния в Geometry Dash у меня, думал, навыки сильно утеряются. Ну нет. Очень даже совсем нет. Потому что у меня очень хорошо все достаточно идет. Смотрите-ка. Ну, очень хорошо идет. Но тут надо, главное, еще сохранять, как говорится, концентрацию внимания. Тихо. Вот, отлично. Начинается полнейшее вырвиглазное чудо. Полнейшее вырвиглазное чудо, которое уже замыливает мне глаза. Ты собака такая. Это я просто перевожу свою негативную энергию в более позитивную и веселящую вас и меня лично, да. Замечательно. Угу. Жесть. А нет! Ты зараза такая. Эх, зараза такая, что ж ты будешь делать-то? Ну, ёлки-палки, нет, не заставляй, пожалуйста, меня записывать по 4 игры. Я хочу по 5 игр записывать, потому что вот эти первые 5 игр, они не такие уж тяжелые. Ну, пожалуйста. Blaze After Base, ну не разочаровывай меня, неужели ты действительно сейчас сделаешь все возможное для того, чтобы у меня эта игра не смогла спокойно пройтись. Я очень надеюсь на обратный исход. Осталось-то всего ничего пройти вот такие вот тяжелые участки. Все получится. Кстати говоря, я не обратил внимания в самом начале, когда я проходил Geometry Dash. Но я только, кстати, сейчас заметил, что цвет кольца абсолютно идентичен. Вернее, цвет ободка того кольца, который... Как это вам сказать? Ладно. Все. Я хотел сказать, что цвет ободка у кольца, через который ты перепрыгиваешь с помощью кубика, да, оно полностью соответствует тому игровому фону, который будет меняться. О! Вот хорошую теорию, кстати говоря, я вывел. О! А между тем мы смотрите-ка, мы идем очень хорошо, мы прошли 5-е испытание. Пройдем ли мы 6-е? Давайте узнаем. Если мы не пройдем, это 6-е испытание войдет в список тех испытаний, которые мы будем проходить уже в следующий раз. Потому что я на досуге как-то пытался пройти. Но, судя по всему, так просто мне это не даст. Потому что вы видите полнейшую задницу под названием Retro Dynamics Club Step. Ой... Кстати, играл в Club Step, не советую. Начало такое себе. Здесь хотя бы еще как-то более-менее. Давайте попробуем перепройти.
знаете, музыка, по большому счету, в этом уровне настолько унылая, что такое впечатление, что ты плаваешь не в Черном море или в Красном море, например, а как унылое говно в проруби. Да уж, действительно, как унылое говно в проруби эта музыка чувствуется, потому что вот ты вот это все играешь, и ты сам уже начинаешь сильно грустить. Такое впечатление, как будто ты сам-то по натуре-то не унылое говно, а вот унылое говно создает вот эта вот музыка, которая, в общем-то, заставляет тебя вот это слушать. В общем, музыка для тех, у кого унылое говенное настроение, может быть, для этого контингента людей. Зачем я это сделал? Сам не знаю. Вот, кстати, я посмотрю, а можно ли как-то перепрыгнуть, потому что вроде бы должны быть эти самые... Да ёшкин ты, блин. Ну так нельзя же. Я же до этого все проходил и... Ну, ты чё, игра, ну, как бы... Как говорится, брат, ты зачем так все идешь? Да ёшкин. Да... Называется ёшкин-то пердёшкин. Это ужас. Вот, отлично. Окей. Супер. Самое главное, это не отвлекаться. Время прохождения. Я нажимал. Ты, конечно, это не увидишь на экране, но в встроенном, скажем так, приложении или в встроенном функционале Huawei есть функция записи видео, в котором можно спокойно настроить, как я нажимаю, но это сильно чудовищно отвлекает. Отсюда я эту функцию-то отключил. Можно, конечно, обратно включить и посмотреть, как я на все это тапаю. Но если бы я сейчас это включил, ты бы заметил то, что я это движение сделал. И, скажем так, белый круг, который, в общем-то, обозначает то, что я тапнул по экрану, он бы отобразился. Потому что ничего не знаю. Это вот так вот функционал игры отреагировал. Не знаю, чего такое... У этой игры сильно произошло, может быть, какая-то мышь поела, либо еще чего-то. Либо она, наоборот, не кормлена. Значит, нужно было кормить хорошо зверей. Что за живодеры такие, а? Ну, смотрите-ка на них, а? Geometry Dash, вы там что делаете-то, а? А, фух. Все замечательно. Да, вот, эту монетку, в принципе, можно легко достать, но мы этого делать не будем. Это будем мы уже делать непосредственно в следующий раз, когда... А вот, собственно, в следующий раз и сделаем. В общем-то, пройдено 5 этапов. Я ожидал на меньшее, потому что все-таки давно я в Geometry Dash не играл. И это, во-первых, а во-вторых, по большому счету, вот эта вот игра... Она увлекает во мне не самые, конечно, такие прям супер наполеоновские моменты. Но, тем не менее, игра у нас реабилизабельная в прохождении. Поэтому я очень надеюсь... Кстати говоря, давайте посчитаем, сколько уровней-то всего. Значит, у нас получается 5, 10, 15, 21. 21 уровень, кстати говоря, да. 21 уровень плюс Камиксон. Coming soon. Вот. В общем-то, по большому счету, это очень даже неплохо для Geometry Dash, тем более для мобильной версии. А в компьютерной версии, извините меня, там очень и очень и очень и очень и очень при очень много. Гораздо больше, чем здесь. Но здесь можем этим довольствоваться спокойно. Ну что же, будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях обзор на какие бы игры хотели бы от меня увидеть. Всем большое спасибо, будьте здоровы, будьте счастливы, не болейте, всего доброго,
Увидимся. Пока.